Сегодня мы нарисуем настоящий доисторический закат. Для этого зайдем в парк динозавров в Маркете и выберем оттуда все анимированные фигурки динозавров. Для того, чтобы сделать рассвет, мы будем использовать линейный градиент. Нарисуем большой прямоугольник и в качестве заливки сделаем градиент. Градиент будет сначала у нас от черного до ярко-голубого сверху. Теперь растянем линию, вдоль которой будет выстраиваться градиент. Добавим на нее какие-нибудь еще расцветные цвета. Сначала темно-синий, потом фиолетовый, дальше красный, оранжевый, желтый, зеленый и в самом верху голубой. Теперь передвинемся в конец нашей анимации на 9 секунд, например, и сожмем линию, вдоль которой выстроен градиент. Мы видим, что ее можно поворачивать, наклонять. Добавим еще один квадрат, прямоугольник, который будет играть роль экрана, загораживающего изображение, пока у нас темная ночь и ничего не видно. Прямоугольник у нас начнется с 0 секунд, но уже через 1,5 секунды его прозрачность уменьшится до нуля. То есть он станет совершенно прозрачным. Посмотрим, что у нас получилось.